Извиняюсь за качество картинки в видео. Забыл настройки поменять. Тема. Оснастка корабля. Фит. Меню находится слева. Вы видите свой корабль и оборудование, которое на нем установлено. Сверху большие модули, в которые, как правило, устанавливается оружие. Слева средние, снизу малые. Также здесь видно, какие типы вооружения можно устанавливать на корабль и их количество. Турели или ракеты. Меню симуляции, которое позволяет вам поэкспериментировать с различным оборудованием вашего корабля. Меню характеристик. Тут краткое, но верное описание главных отличительных признаков, свойств корабля. Показатели загруженности реактора и процессора из установленного оборудования на корабле. Багажник корабля. Браузер, где находятся сохраненные оснастки кораблей пилота и корпорации. Также здесь находится всевозможное оборудование для возможности поэкспериментировать над оснащением корабля.